преддверии открытия пожелать нам всем праздника в эти дни, пожелать вам новых горизонтов, новых общений, новых контактов. Поздравляю с началом этой замечательной, красивой и очень вкусной выставки. Благодаря росту производства, загруженности наших предприятий переработки, мы смогли обеспечить 100% внутренний рынок и нарастить объемы экспорта. По результатам 9 месяцев экспорт составил 4 миллиарда 200 миллионов, прирост на 243 миллиона долларов США и увеличился на 161%. Ну, я думаю, что несмотря на вызовы пандемии и другие вызовы, аграрный сектор сдал серьезный экзамен на профессионализм, компетентность, ну и самое главное, верность своему делу и своей стране.